Олег Михайлович, с победой вас. Подведите, пожалуйста, итог сегодняшнего матча. Ну, скажу, что победа была закономерна. Равная была игра. Просто-напросто мы сыграли в ту игру, которую любит Арсенал. Им было крайне неудобно. То есть они любят контратаку. Команда очень быстрая, подвижная. Поэтому мы перекрыли все зоны. И мы сами хотели сыграть контратакующий футбол, вот, ну, который у нас в целом получился, забили два гола и выиграли. Ну, скажу, что борьба была действительно сегодня серьезная. К матчу подходили с очень большими кадровыми проблемами. Насколько оправданным был риск ставить Игната Сидора в стартовый состав, который еще недавно получил травму, и Ивана Калошкина на непрофильную позицию? Ну, Игната Сидора не было проблем поставить, потому что здесь практически выбора нет. Не было. Но с Калошкиным пришлось, так скажем, не то что рискнуть, но был сделан выбор в пользу его, и этот выбор оправдался, тем более, что он забил еще и гол. Насколько в целом вы довольны сегодня тем, как выступил Иван Калошкин на позиции правого защитника? Ну, раз сзади ноль справился, но, конечно, у парня было волнение. Противостоял ему там один из лидеров команды, поэтому все было, ну, так скажем, для него был действительно серьезный экзамен, и, надеюсь, этот гол и на ноль, это, ну, для него будет, так скажем, каким-то толчком и подспорьем в дальнейшем матче. Белшине мы уступили как раз с разницей 2 мяча. Можно сказать, что это как-то подстегнуло игроков, возможно, даже дало повод для раздумий для тренерского штаба, почему в итоге мы сегодня уже Арсенал обыграли? Ну, Белшина, это уже вчерашний день. Скажу так, что то поражение я сейчас анализировать не буду, а команду это по-хорошему сплотило, и те вот кадровые проблемы, и все, что, ну, происходит сейчас, да, когда нужно бороться, нужно показывать характер, или, да, вот здесь в нужное время команда действительно проявила характер, и было видно, что многие игроки уже были уставшими, да, и мы не делали замены, так как высоких игроков не хотели менять на стандартах. Вот, и мы как раз-таки со стандарта и забили гол. Поэтому еще раз повторю, что мы просто-напросто извлекли урок из, не то что урок, а пользу из своих проблем. То есть это команду сплотило, объединило, и в целом получилась победа такая. В воскресенье уже матч с новополоцким «Нафтаном». Как команда будет к нему готовиться? Будут ли у команды выходные? Нет, выходных не будет. Будет завтра уже восстановительная тренировка. Я бы и сейчас бы сделал бы, уже бы начал бы восстановительное мероприятие на поле здесь проводить. Но просто-напросто, ну, скажем так, из-за этих болезней и всего, что вокруг, да, будем стараться, чтобы футболисты больше индивидуально занимались дополнительно. А выходных не будет, все дни будем тренироваться. Спасибо, еще раз с победой.